Добрый вечер, добро пожаловать в церковь. Как приятно находиться в сегодняшний день здесь, такой праздник, да? И как радостно всем нам знать, что в этот день мы знаем свое будущее. То есть в этот день, когда родился Христос, то есть определилось новое, не новое, а старое забытое, то есть восстановление с Господом, общение с Ним и Аминь. Ну давайте мы встанем на ноги наши прекрасные и вместе призовем Господа, чтобы все, что мы запланировали сегодня, у нас все получилось. Отец Небесный, благодарим Тебя за этот прекрасный вечер, за Рождество Христово. Мы очень благодарны, Господь, что мы имеем такую участь и знаем свое будущее по имени Иисуса. Благослови нас всех. Будь с нами на этом месте. Аминь. Аминь. Yeah.